Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, и мы продолжаем играть в игру, которая называется Mafia 3. Давайте забираемся в наш автомобильчик и поедем сейчас к Берку. У нас стоит задание убить мясника, то есть разобраться с боссом, который раньше держал этот район. И после этого у нас откроются какие-то новые интересные миссии, принципиально другие, не те, которые были раньше. Я думаю, что будет намного интересней, по крайней мере, надеюсь на это. Ну а там уж как получится. Давайте проедем здесь. Воу-воу, куда его? Сюда, сюда. И сейчас едем вот сюда. На нас полиция смотрит. Я уже что-то как-то не парюсь даже на эту тему. Даже было бы интересно, если бы они напали на нас. Едем к Берку. Вот и он тут. Давайте тормозим, вылезаем. И сейчас потрещим с ним. Ух ты, колесо. Что тут вообще происходит? Ждем гостей. Бэйрбери вот-вот-вот объявится. Сюда придет Бэйрбери. Так он сказал. Я его вруном не считаю. Мы с ним только что по телефону говорили. Я сказал, что если он хочет все устроить, пусть приезжает. Твою мать, Перк, разве можно говорить врагу место и время, где собираешься его встретить? Да ладно, хрена все так серьезно воспринимать. Учись получать от жизни удовольствие. И вообще, что здесь такого? Ты можешь нас убить. Ага, я могу. Все в порядке, это Ники. Классная точила. Мясник со своими ребятами уже здесь. Хоть какая-то есть польза в том, чтобы быть твоей дочерью. Могу по виду отличить банду. Я им прожектором отвечу с водонапорной башни. Я только несколько бочонков отличной бензиновой смесью залил, сам ее делал, потом по двору расставил. Если пуля попадет, сразу рванет, так что держись от них подальше. Я буду выцеливать этих итальяншек с крана, а ты на крышу давай. Так, смотрите, кстати, у нас какой-то прикольный в ухе механизм типа связи. И последний, если вздумаешь слинять, я тебя сам пристрелю. Встретимся, когда все закончится. Возможно. Так, ну что, нам снайперку дадут? Да. Так, снайперку нам дали. Сейчас мы перезарядим пистолетик. Ну что, где они? Вон они. Одна машина готова. Вторая готова. Ну что, кто еще? Вон там едут. На тебе. Ощущение такое, будто по черепу огненные муравьи ползают. Вот, еще едут. Давай, давай, езжай сюда. На тебе. Минус еще один. Готово. На тебе. И тебе. И тебе. На тебе, сволочуга. Так, с этим вроде как разделались. На тебе, красавец. Вот их Биг Босс едет на броневике, зацените. Эй, на ручного нигера Берка мне положить, но ирландца хочу взять живым, ясный. Я ему так хочу жопу надеру, что он будет долго вспоминать, живым его доставить. На тебе. Так,
Так, давайте-ка вот здесь вот засядем. Вылезай, сволочуга. Так, давайте перезарядим. Живучий гад. Так, прячемся, прячемся. Готов. Давайте отличимся. Блин, что это за фигня? Иди сюда, чмошник. На тебе. Давай, давай. Прячься, жирный ублюдок. Подойти к нему надо. Давайте соберем все патроны. Здесь все пушечки соберем. Спускаемся вниз. Давай спускайся. Спускайся, блин. Готово. Подбегаем к мяснику. Ух ты, с Калашниковым, смотрите-ка. Что, кончились патроны, козел? Надо было оставить пару пуль. Нигер и ирландец заодно, чтоб меня никогда не думал, что такое увижу. Что тут скажешь? О, дивный новый мир. Что он все еще жив, а я смотрю, нога тебя не сильно раздражает, иди нахер, знаешь куда. Да пошел ты, как ты думаешь, что будет дальше? А, да, ты сдохнешь, ублюдок, в какой-нибудь дыре рядом со мной, ты и вся твоя шайка, и будешь у меня в аду сосать. Ты в порядке? Хватай его за ноги, надо затащить его в гараж, чмо жирное. Мы так и не смогли в точности выяснить, что случилось с Бейербери, в основном из-за того, что его тело нашли уже в середине 80-х. Военные инженеры углубляли русло Миссисипи и нашли его останки в багажнике затонувшей машины. Обе ноги были сломаны в стольких местах, что ни одной целой кости не осталось. Так, ну что, убить мясника завершено. У нас должны появиться новые миссии. Надо идти вперед, встретиться с Берком на Вискикурне. Давайте тогда посмотрим сейчас. Или же давайте, наверное, все-таки сделаем следующим образом. Сейчас мы с вами закончим, продолжим уже в следующей серии. Большое спасибо, что смотрели. Приходите еще, будет много всего интересного. Пока-пока.